одной из происшествий, которое было дрожжевое тело. От каждого места выставлялось определенное количество работников с нужными инструментами для заготовки материалов и постройки домов в городе. Такая потребность могла быть выплачена и деньгами. Петербург присылали рабочих не только из Петербурга, но практически из всех уездов страны. Ежегодно, во время летнего сезона, их число достигало 40 тысяч. Строители работали по 13-15 часов в день, а в период белых ночей и круглые сутки.